Аббревиатура ГТО произошла от названия спортивной программы «Готов к труду и обороне», существовавшей в Советском Союзе. Она была придумана для того, чтобы поддерживать здоровье граждан и развивать их физическую норму. В 2013 году президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внедрить систему, подобную той, что существовала в СССР. Результаты после прохождения испытания, показывающие уровень физической подготовки, планируется вносить в аттестат. Вышеописанное нововведение должно внести изменения в общую картину здоровья и спортивной подготовленности российского народа. Так, в минувшую субботу на базе Кашхабовской школы номер 2 прошел зимний фестиваль по сдаче норм комплекса ГТО среди школьников района. Организаторами данного спортивного мероприятия выступили Управление по физической культуре и спорта района, Управление образования и Кашхабовское отделение ДСАФ. Проходит фестиваль по сдаче норм ГТО среди школьников возраста 14-15 лет и 16-17 лет. Детей участвуют в сегодняшнем мероприятии 96 человек со всех школ района. Организовано мероприятие, значит, управлением ФК и спорта и управлением образования района. Цель мероприятия – выявление готовности детей к привлечение их к здоровому образу жизни и вовлечение больше занятий спортом. Введение в повседневную жизнь культуры спорта призвано помочь подрастающим поколениям как можно дольше оставаться здоровыми. Сдача комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников – успешное и популярное начинание среди всех возрастов. Будем надеяться, что так оно и впредь.